Да, и вот я. И снова здравствуйте. Мы, как и обещали вам, расположили вот таким вот хитрым способом поппер, гонг. Как он правильно называется? Гонг. 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 И его наклонили к голове так, чтобы когда стрельба, огонь из автомата велся сюда, пуля разрушалась, и, соответственно, части рубашки, части пули летели, попадали в очки. Вот мы сейчас подошли, еще не открывали их, не смотрели, но уже видно, что количество вот этих вот всяких вот мелких вот попаданий, вот прям застрявший осколок, вот прям застрявший в ней частичка рубашки, что есть, на голове вот гораздо сильно обсыпало. Теперь сейчас мы ее, вот, разнесло, кстати, этот самый элемент крепежа, сейчас мы поднимем, и вот они прям, два четких попадания вот сюда, поднимем, посмотрим глаза. Ну, что я могу сказать, друзья, глаза целые. По факту, вот это, это, наверное, будет как осколок какого-нибудь ВОК-25, мне кажется, да? Что-то типа того, пожалуйста. И здесь приходы. Да много, вообще разнесло его, все обсыпало абсолютно. Здесь вам застряло в голове кусок, вот он. То есть, чтобы вы понимали, вот. Ну, вот здесь вообще прям никаких проблем, абсолютно чисто. Да. Да. То есть, очки, ну, великолепные. Давай обратную сторону сейчас, смотри. По выпуклостям здесь есть даже шероховатости, да. Они вошли, их чувствую да. На ощупь. Шероховатости. Вот здесь нет, а вот здесь прям, Саш, потрогай. Ну, я понял, аккуратно, да. Аккуратно, да. И это именно осколок этого. Это прям осколок рубашки. Да. И это хороший осколок рубашки. Ну, глаза вообще чистые, абсолютно. Теперь мы заново ее надо даже приклеить и бахнуть отсюда из него с этого. С 9/18. 9/18. А там ПСТ-шный патрон или ППОшный? Там сердечником. Сердечником? О, ну это без вариантов. Ну, бахнем, ради интереса. Не, вот сюда надо, вот так. Да. Это, конечно, будет. Ну, друзья, конечно, ему аминь, но уж надо добить их. Неужели вот такой вот он будет какой-то недоделанный стоит? Некрасивый. Но мало того, друзья, что мы в него бахнем 9/18. Здесь же еще важность чего? Франкенштерна будем стрелять. То есть был когда-то маленький пистолетик-пулеметик. Кедр. ПП... 91. ПП-91, кедр. Посмотрел он кино про морских котиков. И захотел стать МП-5-СД-3. Ну, такой есть пистолет-пулемет бесшумный. Ну, с интегрированным глушителем. И обожрался стероидов. Вот, но, как известно, они не всем помогают одинаково хорошо, поэтому выросло. Вот сейчас его хозяин непосредственно, Ионы, потому что он только его слушается, хозяин непосредственно бахнет, и мы посмотрим, что у нас получится.